Вы знаете, что я сегодня про вас чувствую? Что вы сидите на коксе. Офигенно, офигенно. Нет, я сижу на белом, но на стуле. Это не кокс. Я не употребляю наркотики. Давайте так, какие стимулянты? Ну, тобто, ви каву п'єте, ви нюхаєте, ви не вживаєте. Я дивився інше інтерв'ю. Нюхаю каву, тому що я дійсно кофеман. Я дуже люблю кофе, це правда. І я дійсно нюхаю кофе. Вот. Я не употребляю никакие наркотики. Я могу выпить бокальчик вина? Да. С жінкою своей? Запитання не про наркотики. Як ви взагалі... Енергетики? Да. Только общение с людьми. Я вам объясню. Ты слишком красиво. Нет, нет, нет. Подождите. Не только с красивыми. С разными людьми. Нет, это правда. Я просто вам скажу, так как я понятно, что я продюсер, но часть моей жизни это все-таки актерство, и я хорошо очень понимаю, что такое зритель. У меня есть концерты, когда я выхожу на сцену, и я потом весь мокрый, и я выжатый как лимон, а иногда бывает два концерта в день, и я не могу собраться силами вообще о чем-то говорить с людьми и шутить, а это все передается, и зритель это быстро чувствует. Энергетик номер один, серьезно, это режим.